Студенты гуманитарного корпуса ИГХТУ решили поделиться домашней теплотой со всеми горожанами. Два дерева около корпуса на Шеметьевском проспекте были украшены вязаным граффити. В Москве такими нарядами на деревьях или даже общественном транспорте никого не удивишь. А вот ивановцы с интересом отнеслись к такой акции. Свой проект студенты назвали «Обвяжем город». Это всегда замечательно, когда у нас современное искусство проникает в наш город, потому что это не очень частое явление в нашем городе. А стрит-арт – это одно из самых популярных проявлений современного искусства, что не может радовать. То есть люди тоже симпатизируют этой идее и постепенно втягиваются. Это очень приятно. Куратор проекта Татьяна Большакова. Идею украсить деревья ярким вязаным полотном вынашивала около 4 лет. И вот сейчас с помощью однокурсников и с одобрением педагогов мечту удалось претворить в жизнь. Как-то все руки не доходили до этого, чтобы организовать, все собрать. А тут это как бы моя курсовая работа. И наша Марья Алексеевна Миловзорова нас активно поддержала в этом. Ей тоже нравятся такие работы. И мы как-то так за месяц скооперировались и все сделали, организовали. В создании вязаной одежды для деревьев активное участие принимали 10 человек. Остальные студенты, даже незнакомые с искусством вязания, поддерживали проект как могли и сделали свой вклад в общее дело. Приносили какие-то старые шарфы, там варежки. Кто-то специально научился вязать, кто-то нашел старые какие-то недовязанные вещи. Еще наши вахтеры, они очень много навязали. В основном, наверное, вот все, что вы видите, это вот их труд. Они вязали маленькими квадратиками, кусочками, а мы потом все это сшивали. Оказать помощь проекту «Обвяжем город» просто. Нужно прийти в гуманитарный корпус ИГХТУ и принести с собой клубок ниток или какие-то ненужные вязаные вещи, которые умелые мастерицы превратят в яркие заготовки. Материалов требуется немало. Чтобы украсить деревья, ребятам пришлось сделать 2 полотна высотой свыше 2 метров каждое и шириной 90 и 110 сантиметров. Но эта работа, по их мнению, стоила того. Мне показался проект таким теплым, своевременным, очень новогодним, с одной стороны, а с другой стороны, очень серьезным. То есть он не только эстетически привлекателен и не только позволяет людям, приехавшим первый раз на наш город, увидеть то, что ничего себе здесь процветает стрит-арт. Вот, а что-то уже больше, наверное, в этом есть, просто за счет того, что мы не просто украшаем, мы добавляем частичку себя. На достигнутом ребята не становятся. Они планируют после Нового года обвязать все деревья рядом с корпусом и украсить яркими узорами одну из скамеек. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.